Здесь совсем скоро на этом месте появятся люди, которые уже друг другу многое что доказали. Уверен, что они доказали и всем тем, кто пришел сегодня разделить их праздник. Мы искренне надеемся, что вы, находясь здесь, своим присутствием подтверждаете, что вы одобряете выбор наших молодых, и поэтому сегодня готовы разделить с ними один из самых главных дней в их жизни. Я думаю, что многие точно знают, что это выбор сердца. Точнее, даже двух сердец. Это мы можем сказать со стопроцентной уверенностью. Поэтому мы хотим, чтобы каждый из вас сегодня поддержал этот выбор не только своими громкими аплодисментами, но еще и своими бесконечными улыбками. Поверьте, каждый из наших молодых даже не подозревает, что ждет их впереди. Мы очень хотим, чтобы они запомнили этот день как один из самых счастливых, самых важных дней и важных этапов своей жизни. Мы уверены, что впереди у них большой путь, в котором у них много свершений. Но этот день, благодаря их взглядам в сторону друг друга, взглядам наших гостей в их сторону, действительно является одним из самых особенных. Первым, настоящей уверенной походкой, мы увидим это собственными глазами, человека, который сделал свой выбор. Поэтому, дамы и господа, давайте бурными, можно брутальными, можно очень громкими встретим нашего жениха! День свадьбы – это все-таки в первую очередь день свадьбы невесты. Все делается для нее, но сегодня мы искренне верим, что часть эмоций, которые испытывает наш жених, они даже несоизмеримы. Потому что я уверен, что он сейчас волнуется сильнее, чем все остальные люди на земле. Он рассказал нам историю о том, что в свадебном платье он ее еще не видел. Это серьезно, действительно, сейчас будет большое испытание, потому что сердце уже начинает у него биться чаще. Поэтому мы очень хотим, чтобы сейчас мы внимательно смотрели, и в первую очередь мы просим вас смотреть ей именно в глаза, потому что ее красивое платье будет постоянно вас отвлекать, но именно в ее глазах написаны все те эмоции, которые действительно сопутствуют настоящему празднику любви, празднику свадьбы. Поэтому, дамы и господа, сейчас нежными аплодисментами мы встречаем нашу красавицу-невесту. Лейтмотивом ее появления здесь 100% является только счастье. Мы очень хотим, чтобы вы на несколько секунд сегодня поверили в особенное волшебство вашего праздника любви. Есть поверье, что именно в этом месте проходит на несколько минут настоящая сила, которая исполняет все желания. Мы очень хотим, чтобы вы закрыли на несколько секунд глаза и взяли за руки и несколько минут, мгновений подумали о том, что вы хотите, чтобы было в вашей семейной жизни. И это обязательно сбудется. Смотри ей в глаза и
Скажи нам честно, с открытым ли сердцем, с чистой ли душой, берешь ли ты в законные супруги эту очаровательную леди? Готов ли ты, просыпаясь утром рядом с ней, забывать все сложности предыдущего дня и помнить о том, что в новом дне ты должен сделать все для того, чтобы ваша любовь стала еще крепче? Да. Смотри ему в глаза и скажи нам честно, готова ли ты стать настоящей верной супругой, настоящим крепким тылом, настоящим хранителем вашего семейного очага, заботиться о нем, так как о мужчине действительно нужно, необходимо иногда заботиться. Готова ли ты, просыпаясь утром рядом с ним, посмотрев ему в глаза, понять, что он сделает сегодня все для того, чтобы ваша любовь стала еще больше и крепче? И готова ли ты помочь ему в этом и помогать ему в этом всю жизнь? Дорогие друзья, уважаемые гости, прямо сейчас мы призовем все силы, которые искренне благоволят влюбленным. Все силы, которые в разных народах, разных странах, верах, религии всегда говорят о том, что семья, она раз и навсегда. Семья – это большая радость. Дамы и господа, всеми этими силами мы можем сказать наконец-то эту фразу, что этого мужчину и эту женщину в эту секунду, в эту минуту, в этот день мы объявляем мужем и женой. Дорогие молодожены, теперь вас уже официально можно называть господин и госпожа Рафальские. Мы давно уже хотели, чтобы этот наметкинский момент настал. Я считаю, что вы отлично подходите друг другу. И вы отличный пример того, что у каждого человека на земле есть своя половинка. Я очень рад, что вы свою нашли. Я хочу выпить за вас. Любите друг друга, будьте счастливы. Хотим, чтобы вы сегодня, правда, максимально от души погуляли. Вот насколько хорошо вы будете веселиться, как можно чаще улыбаться, настолько и будет хорошее настроение у наших молодых. Поэтому, дамы и господа, первый тост, правда, звучит за наших гостей, которые сегодня являются большой, неотъемлемой частью нашей свадьбы. Поэтому, дамы и господа, за счастливую свадьбу нашей молодой семьи, все наши гости, звон бокалов! Володя, ни для кого не секрет, что из нашей большой компании вы сделали первый этот серьезный, на мой взгляд, шаг. Я хочу сказать большое спасибо за Татьяну и за Володю родителям. Спасибо вам за то, что вы воспитали для нас, в первую очередь, настоящих друзей.
хочу, чтобы вы сохранили то, что мы видим все сегодня здесь, и не только сегодня, а каждый день. Вы это сохранили. Это ваши чувства, это вашу любовь, это отношение к друг другу. Это то, что, ну, мало, наверное, кому в этом мире дано. Люблю всех, всех безумно люблю. Спасибо, что поддержали. Спасибо всем. Реально, день удался. Огонь. Будем продолжать. Люблю вас. Сказать вам спасибо. Спасибо огромное за ваше настроение, за то, что вы поддержали наше настроение с Вовой. Мы очень благодарны вам. Мы благодарны за то, что вы создали свое настроение неповторимое здесь. Мы очень вас любим, мы очень благодарны вам за все, что вы сделали для нас сегодня. Спасибо, ребят, мы очень счастливы!